Всем привет, с вами SteelPro, и сегодня мы рассмотрим обновление Minecraft Pocket Edition 0.13.0. Так, вот у нас загрузился мир. Как вы видите, ну, точнее, уже можете заметить, у меня построен ад. Вот, добавили ад. Также добавили новые черепа, несколько видов. И также добавили, ну, незначительный блок, это новый лед. Он крепче, чем стандартный. Вот. Дальше есть кварц. Вот. Песок душ. Как я уже говорил, в нем заключены лица гриферов. Также есть очарование. Вот такая книжечка. Как на ПК. К сожалению, она маленько отличается. Ночью она будет светиться, как свеча. Тут у меня котик издает зелье. Так, что ты не встаешь? Давай, вставай. Так, давайте, ну-ка, рыбкой, так. Ну, как всегда, как видите, походу баги. Как же Майнкрафт без багов. Тем более первый билд. Так, ну-ка, я, как видите, еще есть приседания. Вот я сейчас я присел. Так, нет, котик все равно не хочет вставать. Ну. Также вот можем обратно встать, присесть. Стукнуть мы его можем, а встать он не хочет. Точнее, вставать. Ладно. Так, также добавили новую функцию настройки. Это вот сложность. Несколько видов, 4 вида. Ну, настройка графики ничего не поменяла. Здесь можно сделать старое управление или новое управление. Так, также добавили зелье. Как видите, вот зелье тут очень много. Мы можем что-нибудь, допустим, выпить. Сейчас мы выпили прыгучесть. Вот мы можем прыгать, как видите. Вот. Так, что там еще? Ну, добавили нового моба. Инфрит. Как видите, он закрутился. Также добавили новых големов. Это снежный голем и железный голем. Вот. Ну, как же опять без багов? Маленько багнул. Так, в него стрельнул инфрит, он умер. Вот. Ну, прикольно делать там моб-арен, допустим, если кто-нибудь такое любит делать. Это для них сойдет. Вот, есть железный голем. Сейчас он убьет нашего злобного инфрита. Голем идет как всегда, как пьяный. Да, все, он убил. Быстро он это сделал. Так, что еще? Есть, как видите, опыт. Вот. Вот так он светится. Очень красиво. Все выглядит. Ну, голем столько же ХП, сколько и на ПК, ничего другого. Но такое обновление, пожалуй, глобальное. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.